отношения, это взаимодействие на мировой арене будут развиваться. В свою очередь, премьер Дмитрий Медведев, который сейчас находится в рабочей поездке по странам Азии, также поздравил избранного президента США. Он назвал Обаму понятным и предсказуемым партнером. И что дальше? Лидером. Скажи маме, как ты теперь будешь слезать? Комментарий Михаила Леонтьева, посвященный американским выборам. Как ты будешь слезать? Покажи маме. Елисей. Елисей. Покажи маме, как ты будешь слезать теперь? Ну, а дальше что? Как ты будешь слезать? Сюда. О, боже мой.